Добрый день, дорогие друзья! Всех рад приветствовать на канале Дистиллярус. Знаете, вот с зимы я нахожусь на своей родине с 9 января. И каждый день, и зимой, и весной, и вот сейчас, послезавтра наступит лето, дня не было, чтобы я не кайфовал. Я вот дышу, пью этот родной воздух. Чуть попозже, вот где-то, я думаю, недельки через 3, через 4 съездим с вами на Байкал. Сейчас еще рановато, хотя Байкал уже растаял. Покажу вам местные красоты, покажу вам природу родной моей Бурятии, которую я просто вот люблю до безумия. И мне просто жалко потраченного времени жизни в Москве. Я реально подумываю поменять локацию. Поэтому все, да что там все, это знают даже дети, что Карелин всегда выбирает самое лучшее. Если он за что-то берется, у него всегда все должно быть самое лучшее. Я подобрал себе идеальное место для жизни в ближнем Подмосковье. На берегу Москва-реки, кругом лес, Савино-Старожевский монастырь, фантастический дом-тортик, дворец. В этом доме, скажу вам по секрету, ну ладно, не буду говорить. Короче говоря, одна известная звезда купила 7 квартир. Другая актриса там на первом этаже живет, тоже снимается в фильмах. То есть в этом доме кто попало не живет. Квартиры верхнего этажа с выходом на крышу и каминами вообще просто так купить было невозможно. Значит, чистый эксклюзив, который невозможно было купить даже за деньги. Я нашел себе место для жизни получше, чем эта красота. Поэтому, значит, в это сложное непростое время, ну, подумывал я и раньше, честно говоря, продать эту квартиру и переехать в Бурятию. Но сейчас я вот не хочу возвращаться в Москву. Она все меньше и меньше стала подходить для жизни. Там жить невозможно. Подмосковье, да, можно. Значит, 2 кабака прямо под домом, 2-уровневый паркинг. Садитесь в лифт и уезжаете из квартиры прямо в гараж. К своей машине, кладовки для хранения, дров для камина и бочек с дистиллятами тоже в подвале есть. Поэтому дом фантастический. Посмотрите вид с крыши с одной стороны. Значит, во дворе, кстати, фонтан работает из мрамора. Дворец. Недалеко живет Максим Галкин с Саллой Борисовной, со своей супругой. В замок тоже у них там недалеко. Место зачетное, это конец Рублевки. Заканчивается этим домом, Звенигородом. Рублевка заканчивается Звенигородом. Ну, кто не москвичи, если кто-то будет иногородний присматривать себе жилье, берите. Значит, пока Карелин не передумал. Закончится коронавирус, я вернусь в Москву и не буду продавать ее. Пускай лучше так стоит. Посмотрите вид с одной стороны, с другой стороны из кабинета на сосновый бор, и я вам покажу интерьеры с проектом. Цена 150 тысяч долларов без торга. Значит, начинаем аукцион. Время пошло. Всем добра и позитива. Быть добро. Вот, посмотрите, вдалеке купола Савино-Старожевского монастыря. Это верховья Москва-реки. Москва-река, кругом лес, свежий воздух, красота.
не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду. Кто-то знает, я и сам не знаю, где финал, тут где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто? Я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Поэтому я не спешу ее продавать, но я не могу жить в 10 местах одновременно. Продавать жалко, поэтому я могу передумать. Если у вас есть 150 тысяч долларов, даже я бы не раздумывал на вашем месте. Значит, почта karelin@burjat.ru. Под этим видео вместе с описанием квартиры. Мой представитель в Москве с вами свяжется. Начинаем аукцион. Первая ставка 150 тысяч долларов. Время пошло, не раздумывайте. Кстати говоря, там еще построится, облагородится овраг «Малиновый ручей», который описан в рассказах Чехова. Мемориальный домик Чехова рядом там с табличкой. И больница, где он работал, написал палату номер 6, тоже все рядом. Левитан, Пушкин, Чехов... Там вся русская интеллигенция побывала и восхищалась этими красотами. Наберите в Яндексе «Подмосковная Швейцария». Это как раз вот про это место, где находится дом. Поэтому, да, еще там построится спа-торговый центр рядом. Облагородится этот овраг. Он будет в виде многоступенчатого каскадного водопада
оформлен. В общем, там будет просто красота. Это будет оазис. Оазис в Подмосковье. 150 тысяч раз. Поехали.